Я вот думаю, может на залив съездить? На залив бы я бы съездил. Не, можно на залив, в принципе, съездить. Если, вот если так как бы рассмотреть все варианты, да, то да. Лучше, наверное, будет съездить на залив. Да ну этот залив, он надоел уже. Вот если бы на залив съездить, вот это было бы понятно. Ты знаешь, вот я бы сегодня не стал бы на залив ехать. Я бы поехал на залив. Пошли на залив. Купаться в песке. Я бы не стал сегодня на залив ездить, а на залив бы я бы съездил. Не, на залив можно, конечно, съездить. Но ты представляешь, вот приезжаешь ты на залив, так. И ты, ну и что там? А вот если вот ты на залив приедешь, так. То там, понимаешь, ну, море, залив. Ну да, на залив было бы классно. Вот на залив как-то не хочется. Ну, вот с одной стороны, не хочется на залив ехать, а с другой стороны, есть альтернатива реальная вообще. Ну, съездить на залив, на залив. Ну а вот куда, если не на залив? Ну, вот нет, если не на залив, то можно вот. Лес. Вообще, в принципе, никуда, да. Можно только. А, можно, знаешь, куда съездить? Ну. Можно на залив съездить. На залив, точно! Да, давай. Да! Только давай вот без залива сегодня. Потому что на залив мы уже ездили. Залив да. Мы ездили. Да. Нет, давай. Если не на залив, тогда да. Если я куда бы не ездил, то на залив ехать. Да. На залив ехать совершенно не хочется. Потому что на залив мы каждый день ездим. Время, только на залив мы ездим. Залив? Нет, на залив мы не поедем. А, опять не поедем на залив. Мы хотели вам предложить кое-что другое. Мы хотели вам кое-что другое предложить. Как вы отнесетесь к тому, что мы предложим вам съездить? Не на залив, а все-таки на залив. Да не на залив даже. Что если мы с вами поедем сегодня? Такое место. Вот да. Что вы имеете в виду. Да. Понимаете? Звать вас на залив, ну что это? Вы уже были на заливе, а вот. Мы с вами прокатимся. Едем. Не на залив. Едем. Идите вы. Нет, не надо! Если вы хотите именно туда, да, вот туда. Вот. Ну, это бесполезно, это даже не стоит вообще выеденного, ну, ничего не стоит. Как не стоит? Так, не стоит. Вы хотите мне сказать, что я если мы туда хотим вам сказать, да. Что если мы туда все-таки попадем? А что там такое? Кто это смотрит все время? Да, хотел бы вам сказать, что если вот мы туда попадем вдруг, так. Случайно совсем. Так. То то, что мы скажем там, оно будет совершенно отличаться от того, что мы будем говорить здесь. И как, то, что говорили до этого. И как только все поймут, что мы говорим совершенно другое, сразу да. Будет понятно, что мы уже... Куда все попали. Куда все попали, да? Ну что ж, я думаю, что на этом можно и... И можно на этом. Нет, вот все говорили на залив поехать. Ну вот... Да по-моему, так хорошо вообще сидится. Да, мне кажется, да. Не да надо никуда ехать. Да, сколько можно ездить на залив? Одно и то же. Залив, залив. Мне кажется, пора начать любить то, где ты да, есть. Да. Да. Надо остаться здесь, где мы и есть. Да, никуда не ездить, в конце концов. Да. Да, мне кажется, что ну, все остальное, оно приложится. Каким-то образом само организуется. Да. Я вот считаю, что ну, стоит примерно... Задуматься о другом. Вообще, мне если хочешь куда-нибудь поехать, никуда не едь. Там, если бы мы поехали на залив просто, ну что, мы приехали, встали бы и смотрели бы на этот залив. Смотрели, рассуждали бы, несли какую-то хрень, не приперлись. Думали, а до чего поехали. Очень разумно, да, очень разумно поступили. Вот, кстати, первый раз мы что-то сделали разумно. По-взрослому, да, никакого не поехали, да. Да. И главное, как договорились. Сказали, не поедем. И остались верны своему слову. Все, слово держали. Как отрезали. Нет, и все, нет залива. И нет, пожалуйста. У меня даже такое возникло чувство, что залива-то вообще нету. Да. Это миф. Мне кажется, да. Это миф, этого не существует. Вот мы просто именно. Пытались попасть туда, где нет чего ничего. Нет. Поэтому так и получилось, в общем-то. Мы молодцы, что мы перестали себя обманывать и наконец-то
Сейчас мы можем с уверенностью сказать, залива нет. Да, залива нет. Мы на него не поехали. Да. И вообще. Я думаю, что... давайте оставим эту давайте, тему. Давайте, да, больше об этом да. не давайте будем. Давайте о чем-то отвлечем. Даже говорить нет. Да, все, да, все, считаю, закрыли эту тему. Все, закрыли, все, закрыли, все, 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 все. Больше о заливе не говорим. Ни слова. Ни слова, ни слова, ни слова о заливе. О заливе больше не говорим. Вообще, я считаю, что вот... Ну, это ребячество какое-то. Говорите о заливе. И говорить, и ездить на этот залив. Да. Что за бред какой-то? Слава богу, что хватило мужества хоть у кого-то взять и на этот залив не поехать. Вот у мужика, по-моему, этого хватило. Простите, а вы не знаете, где залив? Залив? А зачем вам на залив? А! На залив тоже мне придумали. Да не надо вам на этот залив. Что вы? Это далеко. Что это? Кто этого залива не видел? Этот залив все видели уже, тысячу раз. Не топчите тут. А скажите, вот может быть, ну, тут можно у кого-нибудь у другого спросить, я не ну, знаю. А у кого может... тут другого спросишь? Тут ни у кого не спросишь, тут никто не знает, где залив-то, господи. На этом заливе не был никто уже тысячу лет, его, может, закрыли уже, господи, этот залив. На этом заливе все уже были, господи, там... Ехать-то там вообще черт ногу сломит на этом заливе ехать. Вообще, на залив. На залив хотят. Может быть, на чем-то ехать нужно? Может, на велосипеде? На велосипеде залива нет уже, да. Да-да-да. Я ей говорю, нечего делать там, говорю. Поезжайте лучше куда-нибудь. Или никуда не поезжайте. Или никуда. Оставайтесь лучше там, где вы есть. Ну, залив они придумали. Ерунда какая. Ерунда. Там как там? Там надо же на Финляндском вокзале вроде, да, на электричестве. Вы не знаете залив где? Залив. То ли закрыли, то ли перенесли. То ли залили. Залив. То ли закрыли, то ли перенесли. То ли залили. Залив. То ли закрыли, то ли перенесли. То ли залили. То ли залили. Ну это очень далеко. Очень отсюда далеко. Далеко точно. То ли залили. Ну это очень далеко. Очень отсюда далеко. Далеко точно. Ну это очень далеко. Очень отсюда далеко. Далеко точно. Точно. Это надо как-то ехать. Да. Точно. Это надо как-то ехать. Да. Точно. Это надо как-то ехать. Да. Отсюда далеко точно. То ли залили. Ну это очень далеко. Отсюда далеко точно. Залив. То ли закрыли, то ли перенесли. То ли залили. Маршрутки. Вначале на электричке, потом на маршрутке. Точно на маршрутке. Там трамвай какой-то. Да. Это очень далеко. В общем, далеко это на залив не это самое. А вы сами-то? Серьезная поездка. Ну а зачем вам этот залив? Сдался знаете, он вам. Знаете, там говорят, что там сегодня будет какой-то концерт. На заливе? На заливе, да. Да ну, ерунда. Ну вот, я не знаю. Мне приснилось. И как вы доберетесь до залива? Мне вот очень интересно. Как туда попасть. Я думаю, что все очень просто. Я спрошу у кого-нибудь там. Так а никто не знает, где этот залив. Ну, значит, я как-то не так спрашивал. Ну вот, либо так. Я вам на самом деле не советую. Да? Да. Я бы. Дело в том, что я планировал эту поездку давно. По морю? Да по морю надо добираться до залива. Действительно. Так, это залив. По морю, значит, по морю. Так что не... Оставайтесь, блин, где вы а есть. Блин, море ты найдешь где теперь? Сейчас море вообще не найти. То ли перенесли. В наше время. То ли за море не найдешь. Днем с огнем. В наше-то время было хоть залезть как раз. Море было много, кстати, да. И люди ездили на этом море, там как-то купались, загорали. Было такое время. До мусора докопаешь. По-моему, здесь какая-то гитара лежит. Может быть, это... Может быть, это труп гитары. Может быть, это... Специально. Что-то значит? Здесь написано. Концерт группы «Домино». Приходите все на залив. Надо гитару откопать полностью, я считаю. Опять обманули. О, тут, кажется, еще и певец начинает показываться. Так, какая-то клавиша тут вывалилась. О, гляди, там что-то еще появилось. О, смотри-ка. Продлю я удовольствие, продлю с тобой я мысли.
Люблю я продовольствие и также удовольствие. Продлю народовластие, продлю свое пристрастие, продлю свое счастье, продлю. Но эта песенка продлю. Эта песенка продлю. Группа продленного дня, больше не ждите меня, я пою, пою, продлю. Нет, но... Нет. Да. Да. Но оно все-таки... Не, ну... Нет, вот согласитесь. Не-не, не надо, не надо. Нет. Но может быть, все-таки нет, стоило? Нет, нет, нет. Не стоило. Говорить не стоит об этом. Не стоит об этом говорить. Я вот думаю, что все-таки да. 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 Ну что, так я говорю. Нет, зря мы, да, зря. Да. Знаете, вот я напоследок хочу сказать, что... Саша! Саня! Сашка, ты где? Где? Где Саня? Ты его видел? Нет. Ничего себе! Вот так раз и нету! Господи! А Сашка-то где? Он же хотел напоследок сказать, что... Как же я? А я как же? А меня забыли! А я? А меня?
знаете, что это мы. Да, мы настоящие. Мы все время играем. И что? Можно вот потом будет открыть? Но они же там уже тоже были. Понимаете? Они глаза? Да, нет, глаза-то были. Те, кто закроет глаза, они же там тоже были. Они бы тоже хотели попасть куда-нибудь, где они еще не были. А что они будут? Ха, они опять попадут туда, где они были, вы были, я был, он был. Вы, кстати, там были? Вот вы. Вы о чем говорите? Я не об этом, я надеюсь, вот... не об этом, о чем я подумал. Ну как, о чем? Я на вот это вот, на букву... Я вот считаю, например, что, ну, чего тут уж греха таить, что суждено, тому не виновать. Если уже сегодня суждено нам попасть, то то, куда мы попадем, это уже не суть важно. Нет, ну понятно, все-таки не хотелось бы попасть туда, где все уже были. Ну и что? Ну если хотелось судьба, попасть... если уже судьба. Ну судьба, попасть. Если судьба, то конечно, но конечно, я надеюсь, что ведь не судьба. Не хотелось бы все-таки попасть туда, где уже все были неоднократно. Ну, а каждый мечтает о том, чтобы туда не попасть. Каждый... Если музыку ты слушаешь, а не... Если тебе для разнообразия хочется послушать, ну слушай, на то...